В этот знаковый для страны день начал работу национальный Курултай. Делегаты прибыли в Атырау и сразу приступили к работе. Завтра к ним присоединится президент Касым-Жомарт Токаев. На месте работает наш корреспондент Аскар Сергалиев. Он побывал на секциях, где говорили о традиционных ценностях, влиянии на общество религиозных сект, о лудомании. Подробности прямо сейчас. С утра делегаты заняты жаркими дискуссиями. На площадке руководители государственных органов, депутаты и члены национального Курултая. Сегодня на повестке дня острые социальные вопросы. Проблемы в науке, культуре, образовании и воспитании подрастающего поколения. Конечно, все наши члены высказали свои опасения многими актуальными вопросами, которые волнуют общество. Это, конечно, влияние деструктивных религиозных сект, это влияние лудомании на развитие общества, это влияние нетрадиционных ценностей. И, конечно, ими высказаны тоже конкретные предложения, как противостоять этим негативным проявлениям, явлениям, которые присутствуют в обществе. Сегодня далеко не в каждом поселке есть дом культуры. О кружках и секциях даже говорить не приходится. Как в таких условиях прививать подрастающему поколению истинные ценности, задаются вопросом депутаты парламента. Я считаю, что этому нужно особое внимание уделять, потому что на самом деле все таланты у нас на селе, и все таланты эти завтра придут к нам, будут работать в сфере креативных индустрий. Какими они будут? Какого качества продукцию они будут давать зрителю, давать тем, кто будет эту продукцию потреблять? В обществе сейчас активно обсуждают ситуацию вокруг отечественного кино. На его поддержку государство выделяет огромные суммы, а кассовые сборы оставляют желать лучшего. В киностудии «Казахфильм» о проблеме знают не понаслышке, но такая тенденция наблюдается не только в Казахстане. В мире доказано, что 75% кино не оправдывают себя. Мы должны понимать, что вот эти идеологические, очень качественные фильмы, они, если не заработали на прокате, но есть еще другие направления, и стриминги, есть телеканалы, есть другие еще платформы, которые продаются они, и ежегодно они приносят доход. Самые конструктивные идеи и предложения представителей государственных органов берут на заметку. Они будут включены в пакет документов и направлены в правительство. Панельные сессии сегодня проходят на разных локациях. Дискуссионные площадки будут работать до самого вечера. Тем временем здесь, во дворце Салтанат-Сарае, готовится к главному событию. Уже завершены работы по оформлению здания, развернуты передвижные телевизионные станции. Завтра в работе третьего национального Курултая примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Аскар Сергалиев, Рустам Абильдинов. Атырау, Первый канал Евразия.